Добро пожаловать на очередной выпуск программы «Что происходит, профессор?». Привет, Мартин. Добрый день, Вальтер. У вас все хорошо? Да. У меня все хорошо, спасибо. Итак, мы снова здесь. И у нас снова был эпизод, посвященный текущим событиям. И пришло время, мы говорили о подготовке во время войны и слухов о войнах и ожидании всех этих бедствий, которые могут ударить по нам. Знамение времени. Да, но как нам подготовиться? Это очень важно. Да. Так как же мы принимаем решение о том, под каким знамением вы хотите выступать? Да, и в Библии есть требования, которые мы должны придерживаться. Но прежде чем это сделаем, начнем с молитвы. Отец наш Небесный, благодарим Тебя. Благодарим за все благословения, которые Ты даруешь нам. И благодарим за то, что Ты даешь нам возможность проводить эти дискуссии. Мы просим, чтобы Ты просветил наши умы, а также помог в обсуждении, и чтобы каждый смог получить весть, которую Ты хочешь донести до них. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Аминь. Мартин, есть много людей, которые хотят занять независимую позицию. Это как если бы кто-то сказал... Я буду сидеть на заборе. Да, на самом деле это одно и то же. Это одно и то же, не так ли? Или я не буду участвовать ни в каком движении, потому что я просто хочу принадлежать Христу. Разве Иисус не говорил во времена Иисуса спасение от евреев? Да. Значит, существовал определенный путь, который Он определил. Но это не значит, что спасались только евреи. Нет, спасались и не иудеи. Были другие люди из разных регионов, которые были спасены. Было много тех, кто принял истину. Но все же его целью было создать группу, которая была бы прибежищем истины. А те извратили истину. Но если вы что-то извращаете, но при этом сохраняете это, значит, люди должны различать, что является подлинной истиной, а что извращенной. Итак, если я дам пазл истины, а вы его извратите, у вас все равно останется истина. Вы просто извратили ее, как фарисеи. Когда они говорили, Иисус сказал, «Делайте, как они говорят». Но по делам их не поступайте. Итак, мы собираемся поговорить о последнем сборе, о сыновьях и усыновлении. Это тема, которая волнует многих людей. Я думаю, мы известны тем, что обсуждаем вещи, которые вызывают у людей жар. Да, да. Давай продолжим это делать. Галатам 3 глава. Христос искупил нас от проклятия закона, став за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Знаешь, если посмотришь на глубины Ветхого Завета, это просто поразительно, верно? Сколько в нем глубины? Маленькие детали, даже когда речь идет о судах над людьми, или о том, что произошло в прошлом, как это связано с планом спасения. Но вы видите, мы уже много раз говорили об этом. Ветхий Завет нужно читать не только как историческую книгу. Как только вы узнаете обо всем, что относится и к сегодняшнему дню, и обо всех остальных смыслах, которые несут в себе эти истории, это было Евангелие в образе. Он искупил нас от проклятия закона. Здесь не говорится, что Он искупил нас от закона. Если люди будут считать это так. Итак, да, закон обрек нас на смерть. И это проклятие Христос взял на Себя, потому что там написано «проклят всякий, висящий на древе». Колоссянам 2.14. «Изгладив бывшее против нас рукописание постановление, которое было противно нам, и, устранив его, пригвоздил его ко кресту». Этот стих очень часто относится к закону, в то время как он на самом деле
говорит о церемониальном законе, потому что это было рукописание постановления. Рукописание постановления — это то, что написал Моисей, и оно было помещено рядом с ковчегом. И оно указывало на смерть Христа. Это была жертвенная система со всеми ее видами и церемониями. Одной жертвой он навсегда сделал совершенными, пригвоздив тем самым церемониальный закон к кресту. Или, если уж на это пошло, к дереву. Но он не пригвоздил к кресту закон, 10 заповедей. Потому что он говорит, что закон свят, справедлив и добр. В другом месте говорится, что закон совершенен, обращает душу. Зачем же отменять что-то совершенное? Это глупость. И если бы Бог отменил свой закон, основу своего правления, то тогда он мог бы отменить и самого себя. Верно? Потому что тогда не было больше власти. Ему больше нечего сказать. Как можно ожидать послушания, если нечему повиноваться? Если рассуждать логически, то как можно утверждать, что закон исчез? Закон стоит во веки веков, говорит Библия. Второзаконие, 21 глава, стих 23. Тело его не должно оставаться всю ночь на дереве, но ты должен похоронить его в тот же день, ибо повешенный есть проклятие Божие, чтобы не осквернилась земля твоя, которую Господь Бог твой дает нам в наследие. Какое удивительное наставление и пророчество. Да, это пророчество. Был ли Иисус снят в тот же день? Да. Был ли он проклятием Бога? Да. Он взял проклятие, павшее на нас, взял его на себя. Да, из-за нарушения закона. И он исцелил нас через проклятие. Если бы он мог изменить закон, то не было бы никакого проступка, потому что не было бы закона, который можно было бы нарушать, тогда ему не пришлось бы умирать. Если бы люди логически осмыслили это, они бы лучше поняли план спасения. Именно потому, что закон не приложен, он висел на древе. В противном случае вы могли бы просто прийти и проповедовать. Не волнуйтесь, закон отменен. Был ли дьявол изгнан с небес? Да. Были ли Адам и Ева изгнаны из Эдемского сада? Да. Были ли условия для их возвращения? Да. Из которого они были изгнаны из-за проступка, но послушание вернет их обратно. Хорошо, но только через веру в Искупителя, обещанного, в котором нет вины. Да. Кто-то сказал, что положит вражду между семенем дьявола и семенем женщины, церковью. Галатам 3:29. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Итак, кто же является наследниками по обетованию? Они семя Авраама и, следовательно, Христа. Итак, они там, чтобы исполнять закон. Если вы Христовы, то вы семя Авраама. Итак, давай посмотрим на это маленькое слово «наследники». И немного поразмышляем над тем, что оно означает. Римлянам 8 глава, стих 12. «Итак, братья, мы должники не плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если вы живете по плоти, то умрете». Другими словами, если вы согрешите, а наказание за грех — смерть, вот и все. Если же духом умерщвляете дела тела, то живы будете. Другими словами, если вы силой Святого Духа исправляете свою жизнь, то будете жить. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. В другом месте, в Деяниях апостолов, глава 5, говорится, что вы получите Святого Духа, когда повинуетесь Богу. Я думаю, что мы на самом деле одну из наших программ, которая называется «Сыновья Божьи». Да, вы получаете водительство Святого Духа, когда каетесь, осознавая, что нарушаете Божий закон, и просите Бога исправить ваши дела.
тогда вы становитесь Сыном Божьим. Ибо вы приняли духа не рабства, страха, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче». Другими словами, вы примирились с Богом. Сам Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Сонаследники Божьи и сонаследники со Христом. Если же и страдаем с Ним, то вместе с Ним и прославимся. Итак, Мартин, можешь ли ты исключить Христа из этого уравнения? Нет, вовсе нет. Он тот, кто помогает вам стать Сыном Божьим и наследником. И именно Он дает вам возможность. Он тот, кто снова делает это возможным. Он совершенный, тот, кто в совершенстве послушен. Я пришел исполнить волю Твою, Боже мой. Закон Твой у меня в сердце. Таков характер Христа. Безгрешный. Заплатил цену за мои проступки. И через Его раны я могу исцелиться. Но я должен принять их верой. И если я это сделаю, то стану сонаследником вместе со Христом. Какой первый раздел мы читали? Закон. Был проклятием. Так отменен ли закон? Нет. Вы платите цену. Бог заплатил цену за вас. Закон не может быть отменен. Можно ли исключить закон из плана спасения? Нет. Потому что тогда вы исключите Христа из плана спасения. Если нет закона, то нет и проступка, нет нарушения. Если нет нарушения, то нет нужды в искупителе. Нет нужды. Поэтому нельзя отделить закон от плана спасения. И нельзя отделить Христа, безгрешного, от плана спасения. Они идут вместе, и они останутся вместе навеки. Римлянам 4 глава, стих 14. «Если же наследниками будут те, которые от закона, то вера отменяется, и обещание не имеет силы». Это довольно сильное заявление. Итак, если вы скажете, «Я спасен, потому что я соблюдаю закон», то вас придется дисквалифицировать с небес. По мнению некоторых, это означает, что вы не должны соблюдать закон. И они идут тоже по этому пути. Да, потому что разрывает союз между Христом и послушанием. Это правда, потому что вы видите, с одной стороны дела, а с другой — законники. Давай перефразируем этот стих и скажем, что если вы законник по делам, то вера — это суть вещей, а надежда — свидетельство того, что не видно. Если вы соблюдаете закон, то все видят, что вы его соблюдаете. Если вы притворяете, что соблюдаете закон, некоторые могут увидеть в этом притворство, притворное соблюдение закона. Да, но все-таки в конце концов это где-то проявится. Это не удастся. Если это не истинное покаяние, причина и истинное убеждение, причина, по которой вы соблюдаете закон, то все остальное не поможет. Если вы Христовы, то вы семя Авраама и наследники по обетованию. Это настолько сильный стих. В нем есть очень важное слово «ив». Это очень маленькое слово, но уберите его, и вся история рухнет. Итак, что же является необходимым условием? Вы должны быть Христовы, чтобы стать семенем Авраама. Люди хотели бы повернуть это и сказать: «Христос — семя Авраама». Да, но прежде чем был Авраам, я есть. Поэтому они не могут добиться своего. Теперь, когда вы упомянули это слово «если», видите, что в переводе короля Якова всегда есть либо
если, либо ибо. Но другие переводы иногда меняют это. Например, Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. А король Иаков говорит, что все, кто верит в Него, должны. Другой вариант – должен. Так что если находится в той же части, здесь есть требования. Это не просто данность. Да, есть условия. Евреям 6:17. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребив посредство клятву». Итак, это обетование – быть наследниками. Оно неизменное, непреложное. Бог это обещает, поэтому оно непреложно, и оно подтверждено клятвой. Это обетование, оно нерушимо. Вы не сможете сдвинуть его с места, верно? Евреям 11:9. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования». Почему Исаак и Иаков были наследниками? Потому что они были его буквальным семенем, как и Измаил. Почему были они наследниками обетования? По вере. Потому что они поверили, это было засчитано им в праведность. И если взять Иакова, как он боролся с Богом, и как он сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Вот как вы становитесь наследниками. Итак, он раскаялся в своем проступке. И он обнял того, с кем боролся, Христа, и он не отпустил его. Так он стал наследником обетования. Но были сородичи, которые так ничего не получили на этой земле. Не на этой земле. Но, к счастью, нет, потому что когда мы были созданы без наследства. Итак, это обетование распространяется на вечную жизнь, верно? Это истинное обетование, быть со Христом. Это такая привилегия. Итак, давай немного посмотрим на книгу «Послание к Галатам». Это настолько увлекательная история, и в ней очень много путаницы. О чем он говорит? Говорит ли он о законе из 10 заповедей? Говорит ли он о церемониальном законе? Где мы находимся в этом разделении? Что оно говорит о том и другом? Это может быть и то, и другое. И здесь много зависит от контекста. Но когда мы ранее упоминали, что постановления Писания Моисея находились рядом с ковчегом, а нравственный закон внутри ковчега, когда Иисус был прибит ко Христу, это не значит, что это ничего не стоит. Но нет, это был план спасения в образе. Итак, Он не уничтожил его, Он просто исполнил его. Верно, поэтому во Христе все продолжает существовать. Он – прообразная жертва. Вот цитата из книги «Деяния апостолов». Во время пребывания в Коринфе у Павла возникли серьезные опасения относительно некоторых уже основанных церквей. Под влиянием лжеучителей, которые поднялись среди верующих в Иерусалиме, появились видения, ереси и чувственность. Интересно, что эта тема всегда присутствует. Мы быстро завоевываем позиции среди верующих в Галатии. Эти лжеучителя смешивали иудейские традиции с истинами Евангелия, игнорируя решение главного совета в Иерусалиме, они призывали новообращенных язычников соблюдать церемониальный закон. Ситуация была критической. Введенные пороки грозили быстро уничтожить галатийские церкви. Мартин. Современное смешение иудейских традиций с истиной Евангелия. Это уже история? В наши дни люди не смешивают человеческие традиции с истиной Евангелия. Точно так же. Мы повторяем это. Я думаю, что это никогда не изменится. Это просто другой уровень, Мартин, верно? Но это одно и то же.
Павла резануло по сердцу. Его душу взволновало это открытое отступничество тех, кого он преданно учил принципам Евангелия. Он сразу же написал заблуждающимся верующим, разоблачая ложные теории, которые они приняли, и с большой строгостью обличал тех, кто отступил от истины. Это снова заставляет задуматься о современной ситуации. Если вы что-то говорите, значит, вы лишены любви. Это то, что они говорят. Не суди меня, не осуждай меня. Но с великой строгостью обличал отступающих от веры. Почему? Потому что ему было все равно, или потому что он был жестоким управителем, или потому что ему было не все равно. Это возвращает меня к тому, что люди обвиняют нас в том, что мы не берем на себя отступничество в наших, не говорим об отступничестве в наших собственных рядах. Но мы показываем все проступки, мы не выделяем нарушители. Если обувь подходит, то мы ее надеваем. Поэтому мы очень решительно выступаем против любого отступничества. Но мы не занимаемся тем, что указываем на конкретного человека. Если только это не общественный служитель, это тогда может быть публично рассмотрено. Конечно, но вы можете видеть, что то же самое Павел делал с галатами. Он сурово обличал их, но он не выделял определенных людей. Нет. Здесь нет ни одного упоминания об этом. Итак, противопоставив галатам словами, поприветствовав галатам словами «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа», он обращается к ним с резким обличением. «Дивлюсь или удивляюсь, что вы так скоро удаляетесь от призвавшего вас в благодать Христову к иному Евангелию, которое не есть иное, но есть некоторые, которые беспокоят вас и хотят извратить Евангелие Христово. Если же мы или ангел с неба проповедуем вам иное Евангелие, кроме того, которое мы проповедовали вам, то это будет анафема или да будут прокляты. Учение Павла было в согласии с Писанием, и Святой Дух свидетельствовал о его трудах. Поэтому он предупредил своих братьев не слушать ничего, что противоречило бы истинам, которым он их учил. И все же они предпочли избавиться от Павла в угоду своим любимым теориям. Разве они не хотят сделать это сегодня? Сегодня. В нашей стране, в частности, существует целое движение, которое говорят, что нельзя включать Писание Павла, потому что они противоречат их любимым догмам об исключительности. Итак, апостол заставил галатийских верующих внимательно рассмотреть их первый опыт в христианской церкви. «О несмысленные или глупые галаты, — объяснил он, — кто околдовал вас или заворожил, чтобы вы не повиновались истине перед глазами вашими, которыми Иисус Христос явно представлен распятым среди вас? Только об этом хотел бы я узнать от вас. Приняли ли вы Духа по делам закона или по вере? Неужели вы так глупы, начав Духом и теперь заканчиваете плотью? Неужели вы напрасно претерпели столько страданий? А если все же напрасно? Итак, кто служит вам Духом и творит среди вас чудеса? Делает он делами закона или от слышания веры? Мартин, Бог посмотрел на тебя и увидел твое прекрасное послушание. И именно поэтому Он призвал тебя на служение, верно? Определенно нет. Мы были в этом мире и занимались своими собственными делами, совершенно противоположные тому, что он от нас ожидал. Ты был диджеем на ночных дискотеках посреди ночи, это совершенно верно. А когда ты слишком уставал, за дело бралась твоя жена, а я был атеистом, проклинал Бога, верил в эволюцию. Итак, я определенно не был искуплен делами закона. И ты тоже, верно? И как и все остальные люди на этой планете, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Итак, если вы думаете, что может быть искуплены делами закона, то подумайте еще раз. Только вера Иисуса может изменить это. В первом послании к Коринфянам 12:3. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса,
И никто не может назвать Иисуса Господом, так только Духом Святым. Итак, Мартин, если ты не можешь сказать, что Иисус – это Господь, значит, у тебя нет Святого Духа, верно? Сейчас многие люди говорят, что Иисус – Господь, но не соблюдает закон. А затем происходит контакт с Святым Духом, потому что в Деяниях, глава 5, говорится, что Святой Дух дается тем, кто повинуется Ему. Был ли у тебя Святой Дух? А у меня был Святой Дух. Он всегда стучал. Да, но у меня его не было. Это был дар. Он был как бы инструментом для уколов. И кто это был, ну, как бы колючкой, кто же бился против этой колючки? Ты, я и Павел. Пока не получил сбучку. А тебе досталось? Да, мне тоже досталось. Что означает это слово «кириос»? По определению Тайера, это тот, кому принадлежат человек или вещь, о котором он имеет власть решать. Господин – владелец и распорядитель вещи. Владелец – тот, кто контролирует человека, хозяин. То есть это государь, князь, вождь, император. Это почетный титул, выражающий уважение и почтение, с которым слуги приветствуют своего господина. Этот титул дается Богу, Мессии. Это часть речи. Так что теперь это мужской род, это не трансгендер. У него нет кризиса идентичности, нет. Это не идентифицирует его как кошку или что-то еще. Итак, Мартин, вот Господь Иисус Христос. Он владелец, Он творец. Он владелец по праву творения, и Он владелец по праву искупления. Он искупил нас. Он Бог, и Он Мессия. Итак, если я говорю, что Он Господь, и Он хозяин, то должен ли я повиноваться Ему? Павел поставил верующих в Галатии перед трибуналом их собственной совести и попытался направить их на курс, полагаясь на силу Божию для спасения и отказываясь признавать доктрины отступнических учителей. Апостол старался привести новообращенных к пониманию того, что они были грубо обмануты, но что, вернувшись к прежней вере в Евангелие, они еще могут победить замысел сатаны. Он твердо занял свою позицию на стороне истины и праведности, и его великая вера и уверенность в послании, которое он нес, помогли многим, чья вера потерпела крах, вернуться в свои ряды к Спасителю. Как сильно отличается от манеры Павла писать Коринфской церкви то, что он делал по отношению к Галатам. Во-первых, он обличал с осторожностью и нежностью, во-вторых, со словами сурового обличения. Коринфяне были побеждены искушением, поэтому иногда необходимо обличать ложное Евангелие. Случилось ли это в эпоху Реформации? О, конечно. Я имею в виду, в чем заключался тезис Мартина Лютера. Верно. И здесь он обращался к традициям людей. Верно? Индульгенции были частью человеческой традиции, чтобы оплатить возводимые ими строения с чудесными росписями на потолках, которые однажды сойдут на нет. И это принесет вам спасение. Да, это нонсенс. И он справедливо обличал это. И он делал большой акцент на праведности по вере. И правильно делал. Делает ли эта праведность по вере недействительной? Нет. Но, к сожалению, затем люди перешли на другую сторону и стали придавать этому большее значение, чем послушанию. Похоже на галатийцев, прямо как и в Галатах. И сегодня мы имеем ту же ситуацию, только в другой форме. И разные, скажем так, люди, церкви, такие как коринфяне и галаты, поступают по-разному, поскольку
оба они находятся в отступничестве, верно? Итак, обманутые хитроумной софистикой учителей, преподносивших заблуждение под видом истины, они запутались и растерялись. Чтобы научить их отличать ложное от истинного, требовалась осторожность и терпение. Суровость или непродуманная поспешность Павла могли бы разрушить его влияние на многих из тех, кому он так хотел помочь. В галатийских церквях открытая разоблачительная эпоха вытесняла евангельскую весть. Христос, истинное основание веры, был фактически отвергнут ради устаревших обрядов иудаизма. Если взять католицизм сегодня, разве он не отрицает спасение во Христе? Полностью. Нет никакого спасения во Христе. Все происходит через таинство, через церемонии и декреты. Ничто, ничто не имеет отношения ко Христу. Он даже не участвует в искуплении. Апостолы видели, что для спасения верующих в Галатии от опасного влияния, которое им угрожало, необходимо было принять самые решительные меры, сделать самые резкие предупреждения. Поэтому важно, Мартин, чтобы каждый служитель Христа усвоил важный урок приспосабливать свои труды к состоянию тех, кому он стремится помочь. У нас есть целый мир, Мартин, который пропитан традициями. И у нас есть целый мир протестантизма, который больше не видит ошибки в католицизме. Они объединяются. Как это может иметь хоть какой-то смысл? Но даже в нашей собственной церкви важно придерживаться этого. Существует много отступничества. Вы, как служитель, должны знать, как поступать в каждой ситуации. Да, и как член церкви. Вы должны знать, как вести себя с теми, кто занимает высокие посты и считает, что единство с теми, кто находится вне сферы послушания всем Божьим заповедям. Это путь вперед. Но на самом деле, таких людей нужно обличать так же, как Павел обличал галатов. Нежность, терпение, решение и твердость необходимы. Но их следует проявлять с должной осмотрительностью. Мудро обращаться с различными классами умов при различных обстоятельствах и условиях. Это работа, требующая мудрости и рассудительности, просвещенной и освященной Духом Божьим. Ты знаешь, я думаю о Соломоне, который молился о мудрости, но он также молился и о нежном сердце. Он также получил и богатство. Жаль, что впоследствии все равно его растратил. В своем послании к верующим, галатам, Павел вкратце перечисляет основные события, связанные с его собственным обращением и ранним христианским опытом. Таким образом, он хотел показать, что именно благодаря особому проявлению божественной силы ему удалось увидеть и понять великие истины Евангелия. Именно благодаря наставлениям, полученным от самого Бога, Павел был вынужден предостерегать и наставлять галатов в столь торжественной и позитивной манере. Он писал не в нерешительности и сомнениях, а с уверенностью, с твердой убежденностью и абсолютным знанием. Он четко обозначил разницу между тем, чтобы быть наученным человеком, и тем, чтобы получить наставление непосредственно от Христа. Теперь он записал все эти вещи, и мы можем их прочитать. И иногда они приводят к путанице. Римлянам, книга Римлянам и Галатам, все это имеет значение. Разве Петр не говорит, что Павел пишет вещи, которые трудно понять? На самом деле, когда начинаешь разбираться, понять это несложно. Речь идет о взаимоотношениях между законами и благодатью. Именно так, вы просто вставляете это в контекст. И если вы начинаете читать это, зная уже это, будет намного легче. Итак, вы принимаете послание к римлянам. Итак, вы спасаетесь делами закона? Конечно, нет. Вы не спасаетесь, соблюдая закон. Избегаете ли вы таким образом закона? Нет, Боже упаси.
Для многих это должно быть когнитивным диссонансом, дихотомией мышления. Как можно установить что-то, что нельзя использовать для спасения? Видите, если вы понимаете контекст, то да, это имеет смысл. Но если вы просто хотите, если вы возвышаете одну йоту над другой, то вы запутаетесь. Именно так. Если вы ставите другое на место, где оно должно быть, если вы хотите избавиться от закона, вы можете читать Римлянам, что как будто от него избавились. Но если вы хотите знать, как спастись, то читайте, что этот закон утвержден, но не для того, чтобы, как вы уже сказали, соблюдать его, потому что вы хотите спастись, да. Но все же вы должны соблюдать его. Вы должны соблюдать его, потому что никто не спасается, соблюдая закон, но никто не спасается, пренебрегая этим законом. Позвольте мне прояснить ситуацию, потому что люди склонны не понимать, как я выражаюсь, потому что иногда мешает языковый барьер. Итак, я хочу сказать, вы соблюдаете закон, потому что вы уже спасены, и поэтому вы хотите его соблюдать. Вы соблюдаете его не для того, чтобы спастись, верно? Кто дает вам возможность соблюдать его? Иисус, потому что ваша плоть была против его соблюдения. На днях я сидел в ресторане, я ждал еду на вынос, и вот на экране заиграл телевизор. Трудно было не смотреть на него, потому что он был прямо передо мной, и по нему крутили музыкальные клипы. Но они были очень развратными. И я подумал про себя. Вот чего жаждет мир. Вот что ему нравится. Вот что происходит в ночных клубах. Это изображение того, что происходит. И вы можете видеть, как плоть против закона. И вы должны благодарить Бога за то, что больше это не влияет на вас. Ведь сколько людей погублено, потому что имеет над ними власть. Но это норма и стандарт мира. Плоть против праведности, а праведность против плоти. Итак, все это очень интересно. Итак, он призывает галатов оставить ложных наставников, которыми они были введены в заблуждение, и вернуться к вере, которая сопровождалась безошибочными доказательствами божественного одобрения. Люди, которые пытались увести их от веры в Евангелие, были лицемерами, нечестивцами, горячими и развращенными людьми. Мартин, если ты скажешь это некоторым современным учителям, они будут крайне оскорблены. Их религия состояла из целого ряда церемоний, выполняя которые они рассчитывали снискать благосклонность Бога. Они не желали принимать Евангелие, которое призывало к послушанию Слова. Если только человек не родится свыше, он не может увидеть Царство Божие. Иоанна 3:3. Им казалось, что религия, основанная на таком учении, требует слишком больших жертв. И они ухватились за свои заблуждения, обманывая себя и других. Подменять внешние формы религии святостью сердца и жизни. Он и сейчас также приятен для необновленной природы, как и во время этих иудейских учителей. Сегодня, как и тогда, они являются ложными духовными наставниками, доктринам которых многие охотно прислушиваются. Я сижу и смотрю, как они выступают в мегацерквях и учат Евангелию процветания, не подчиняясь ни одному из Божьих требований. Разве это не жалко? Это печально. И это большинство. Если вы меньшинство, Иисус сказал, что дорога узкая и усеяна всевозможными препятствиями. Итак, они стараются отвлечь умы от надежды на спасение через веру во Христа и послушание закону Божьему. В каждую эпоху заклятый враг приспосабливает свои искушения к предрассудкам или склонностям тех, кого он хочет обмануть. В апостольские времена он побуждал иудеев превозносить церемониальный закон и отвергать Христа.
В настоящее время он побуждает многих исповедующих христиан под видом почитания Христа презирать нравственный закон и учить, что его предписания можно безнаказанно нарушать. Долг каждого служителя Божьего твердо и решительно противостоять этим извратителям веры и словом истины бесстрашно разоблачать их заблуждения. Мартин, некоторые из них рассказывают о достоинствах закона, но при этом пренебрегают четвертой заповедью. Истинно, истинно, говорю вам, соблюдайте субботы мои, ибо это знамение между мною и вами, что я Господь, освящающий вас, а не просто отмахиваться от нее и пытаются найти в Писании доказательства своей позиции, хотя таковых нет. Ведь, пытаясь вернуть доверие братьев в Галатии, Павел умело обосновывал свое положение апостола Христа. Он объявил себя апостолом не от людей, не от человека, но от Иисуса Христа и Бога Отца, который воскресил его из мертвых. Человек получает призвание от Бога. И ты либо подчиняешься ему, либо нет. Это как если бы вам позвонил человек и сказал, что получил от Бога информацию о том, что вы должны закончить книгу. И она вам звонила и звонила, и вы сказали ей, но я еще не получил такого поручения. Итак, не от людей, а от высшей власти на небесах он получил свое поручение. И его положение было признано общим советом в Иерусалиме, решение которого Павел исполнял во всех своих трудах среди язычников. Не для возвеличения себя, а для возвеличения Божьей благодати Павел представил отрицающим его апостольство доказательство того, что он ничуть не отстает от самых главных апостолов, цитируя 2 Коринфянам. Те, кто пытался принизить его призвание и его работу, они боролись против Христа, чья благодать и сила проявилась через Павла. Апостол был вынужден из-за противодействия своих врагов занять решительную позицию, чтобы сохранить свое положение и авторитет. Павел умолял тех, кто когда-то познал в своей жизни силу Божию, вернуться к первой любви, к евангельской истине. Разве это и не наше поручение? Именно так мы говорили о подготовке ко всему, что на нас надвигается. Так можем ли мы ожидать, что то, что произошло в Галатии и Коринфе, произойдет тоже? Будем ли мы ожидать противодействия со стороны учителей, которые ставят традиции выше? Может ли это произойти в наших собственных рядах? Не может, а происходит. Итак, если можно поддерживать законы, направленные против свободы совести, то, конечно, когда они принимают такие законы, отрицающие заповеди Божьи, основанные на их традиционных представлениях о праведности, многие могут встать на эту сторону. В таком случае вы должны иметь то же самое наставление, что и Павел. Итак, с непоколебимыми аргументами он заявил им об их привилегии стать свободными мужчинами и женщинами во Христе через искупительную благодать, которого все, кто полностью капитулирует, облекаются в одежды его праведности. В этом и заключается суть. Вы должны принять праведность Христа, потому что ваша праведность уже не поможет. Теперь люди говорят, праведность по вере отрицает закон. Она возвышает закон, потому что само слово «праведность» означало делать то, что правильно. И если вы хотите стать наследником, то, как сказал Павел Галатам, вы должны повиноваться закону, потому что только так можно повиноваться Христу. Говорил ли Христос, что я соблюдал закон? Да, я сохранил его. Так что если он их сохранил, а как он их сохранил, наполовину или идеально? В совершенстве. Он сохранил, соблюдал их идеально. А я соблюдаю их в совершенстве? Нет. Так чья праведность мне нужна? Христа. Его. Значит, он должен работать во мне, чтобы я соблюдал закон в совершенстве. То есть я должен работать в своей сфере, а он в своей. И это может быть сделано только через веру. Только через веру.
Итак, он придерживался позиции, что каждая душа, которая хочет спастись, должна иметь подлинный личный опыт в делах Божьих. Я не могу быть спасен в группе. Это не значит, что я не принадлежу к группе. Нет. Группа — это пристанище истины, вы должны быть ее частью, но спасайтесь вы согласно своему личному выбору. Верно? Серьезные слова мольбы апостола не были бесплодными. Святой Дух действовал с могущественной силой, и многие, чьи ноги заблудились на чужих путях, вернулись к своей прежней вере в Евангелие. Отныне они были тверды в свободе, которую Христос сделал для них свободной. Свободны от чего? Свободны от осуждения закона, верно, и освободились от рабства греха. Другими словами, вы вернулись в гармонию. Иди и больше не греши. Отныне они были непоколебимы в свободе, которую Христос сделал для них доступной. И в их жизни проявились плоды Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, благость, вера, смиренномудрие, воздержание. Итак, Мартин, должны ли мы спросить себя, есть ли у нас любовь к тем, кто не всегда соответствует тем стандартам, по которым мы заслуживаем любви? Ну, должны. Любил ли Иисус тех, кто этого не заслуживал? Да. Радость. Это мирская радость или радость спасения? В чем заключается радость Христа? Разве не радость Христа в том, что грешники спасены? Да. Радуетесь ли вы, когда видите спасенного грешника? Конечно. Хорошо. Мир. Даже в разгар бури. Это не тот мир и безопасность, о котором взывают народы. И я так рад, что ты научился долготерпению, Мартин. Я работаю над этим. Кротость, благость, вера, смирение, воздержание. Воздержание — это тоже одна из тех, что дается нелегко, да. Таким образом, имя Божье было прославлено, и многие пополнили число верующих. Итак, легко ли это? Нет. И я уже говорил, что работаю над этим, но это неправильная формулировка. Я должен позволить Иисусу помочь мне работать над этим. Ты совершенно прав. Давай вернемся к Галатам. Вот что я говорю, что наследник, тот, кто наследует обетование, верно? Пока он дитя, ничем не отличается от раба, хотя он и господин всех. Верно? Но он находится под опекой и управлением до времени, назначенного отцом. Когда я был очень маленьким, думаю, мне было лет 9 или 10, у нас в доме жила граница. Мои родители взяли в дом человека, приехавшего из-за границы, и взяли его под свое крыло. И очень скоро он начал считать, что его долг — управлять мной. Мне было около 10. Он установил правила. Ну и, конечно же, я с радостью принял их, верно? Ну, конечно. Я восстал против них всеми силами своего существа, обложив его ругательствами. И одним из таких слов было «граница». Ты всего лишь граница. Кто ты такой, чтобы указывать мне, что делать? Дело в том, что он был больше, сильнее меня, и мне пришлось нелегко. Но в моих глазах он был слугой. Но он превозносил себя надо мной. Так получалось, что я был слугой. Итак, все это очень интересно, Мартин. Когда мы были детьми, мы находились в рабстве у стихий этого мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Мартин, вот тебе и догмат о непорочном зачатии. К сожалению, согласно этому стиху, ему место в корзине для мусора, потому что эта женщина находилась под проклятием закона. Итак, она не была непорочной, без греха. А как она могла быть такой? Потому что она нуждалась в искуплении. А оно могло прийти только через кровь Христа. Итак, Мартин, во всем этом столько глубины. Искупить тех, кто был под законом. Другими словами, под проклятием закона.
чтобы мы могли получить усыновление. Так мы и становимся наследниками. А поскольку вы сыновья, Бог послал в ваши сердца Дух Сына Своего, взывающий «Ава, Отче». Так что если у меня нет сына, и я не имею Духа Сына, который соблюдает все заповеди и является моей праведностью, то я потерян. То же самое относится и к Марии. Она родилась под законом. Она могла спастись только через кровь Агнца. И потому ты уже не раб, но сын. А если сын, то наследник Божий через Христа. Это прекрасное учение о спасении. И он продолжает. «Тогда, когда вы не знали Бога, вы служили тем, которые по природе своей не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?» Мартин, если ты вкусил спасение, если ты вкусил, что Господь благ, если ты вкусил искупительную силу, которая вывела тебя из этого мира греха и разврата и привела к пониманию святого, чистого, справедливого и доброго, почему люди иногда хотят вернуться к этим нищенским началам, которыми были подневольны? Хочешь ли ты вернуться на сцену, диджей? Нет, ни в коем случае. Если у тебя желание вернуться, тянет ли тебя туда? Нет. Потому что тогда получится как собака, которая возвращается на свою блевотину. Хорошо сказал Мартин. Между прочим, это библейский принцип. Мы соблюдаем дни. Нужно сказать больше. И месяцы, и времена, и годы. Сколько у нас за последнее время было праздников, на которых отмечались дни, и месяцы, и времена, и годы. И на какое-то время, ну, даже пока они соблюдали дни, времена и годы, возникает тоска по чему-то лучшему. Но потом, когда этот день заканчивается, все возвращается на круги своя и возвращается к прежней жизни. Ничего не меняется. «Боюсь за вас», — говорит апостол Павел. «Не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня». Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам Евангелие в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Итак, у него была колючка во плоти. И она была там как напоминание, чтобы он смирялся. Мартин, у меня для тебя новости. У меня есть несколько колючек. Как вы были блаженны? Свидетельствую вас, что если бы возможно было, вы исторгли очи свои и отдали мне. Поэтому я предполагаю, что с его глазами было что-то серьезно не так. После того, как он встретился с Иисусом и ослеп, я думаю, он сохранил напоминание об этом. Еще он сказал, что пишет такими большими буквами, что я могу и себя отождествить с ним. «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревную по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них». Хорошо ревновать в добром всегда, но не в моем только присутствии у вас. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Христос вас, надежда славы. Но все эти традиции, Мартин, и все эти вещи, которыми пропитан мир, они не спасут вас. Нет, вы должны вступить в это отношение. Вы должны пройти через этот процесс покаяния, принятия, и вы должны смириться. Вы должны разбиться о камень. Что должно разбиться? Что должно разбиться камень? Все вы, ветхий человек, все это, ваша гордость должна разбиться камень, ваша ревность должна разбиться камень, ненависть, которую вы испытываете ко всему, что происходит в мире, должна разбиться камень. Все эти вещи должны разбиться камень. Все, что эгоистично, все, за что вы ухватились, все, что, как вам кажется, вы не можете преодолеть, это должно разбиться камень.
Оно должно разбиться, оно должно разбиться вдребезги, возможно, уже никогда не воскреснет. Хотел бы я теперь быть у вас, изменить голос мой, потому что я не в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть по закону, разве вы не слушаете закона, другими словами, под рабством закона? Я стараюсь соблюдать закон, чтобы спастись. Ибо написано, Авраам имел двух сынов. Одного от рабы, а другого от свободной. Это прекрасная аллегория. Один от рабыни, а другой от свободной женщины. Но тот, кто от рабыни, был рожден по плоти, не по вере. Он был рожден через дела. А тот, кто был от свободной, родился по обетованию. Все это аллегория, ибо речь идет о двух заветах. Завет с горы Синай, который ведет к рабству, спасение по закону, который есть Агарь. Итак, я спасусь своими делами. На самом деле все началось с Каина, да. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен. Он Матерь всем нам. Как люди воспринимают это и говорят, закон исчез. Спасение делами. Оно не спасет вас. Ибо написано, «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели умеющие мужа». Итак, у того, кто разбивается о камень и принимает по вере, больше детей, обращенных в Евангелие через их свидетельство. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Ничего не изменилось со времен Каина и Авеля. Ничего. И по сей день рожденный от духа преследуется теми, кто рожден по плоти. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы все дети не рабы, но свободны. Некоторые воспринимают это буквально и превращают в расовую проблему. Разве не печально, Мартин, что они не понимают этого? Что такое аллегория? Является ли она буквально? Нет. Она должна показать вам в любой ситуации, как это может быть достигнуто. Итак, Мартин, мы должны проплыть на этой лодке через все эти шарлатанские мили. Так в чем же смысл всей этой дискуссии? Смысл дискуссии заключается в следующем. Вы должны поставить закон и благодать, справедливость и милосердие в правильные отношения. Ни в коем случае нельзя отрицать справедливость. Сейчас я занят работой над проповедью. И если я могу немного упредить, то скажу о ней, что в мире существует огромный крик о справедливости. На всех уровнях звучит крик о справедливости, но справедливости нет. Если взять войну в Газе, по обе стороны разделения раздается огромный крик о справедливости. Если вы возьмете проблему жестокого обращения с детьми и педофилия, то это огромный крик о справедливости. Если взять несправедливости, которые происходят в мире, то даже в судах существует огромный крик о настоящей справедливости. Некоторых людей осуждают на тюрьмы на 40-50 лет, когда они на самом деле невиновны. Они думают, что немного денег в кармане будет возмездием за такую ошибку. Слава Богу, что Бог не совершает ошибок. А затем я подумал о себе и решил, что всем в мире присуще чувство справедливости. Если он у атеиста, да, даже он
хочет справедливости. Он хочет справедливости. Но получит ли он ее когда-нибудь? Не так, как он хочет. Нет, для атеиста никогда не будет справедливости, потому что для него не существует окончательной справедливости. После нее ничего нет. Таким образом, у него есть мольба о справедливости, но нет средств ее добиться, что довольно нелепо. Как же вы хотите прожить жизнь, ратуя за справедливость, если сама ваша идеология отрицает ее? Вы никогда ее не получите. Поэтому должно произойти окончательное собрание людей, которые поставят закон и благодать в правильную перспективу, а также справедливость и милосердие. Итак, если мы можем прийти к какому-то выводу в этом вопросе, согласишься ли ты, Мартин, что последнее собрание начнется после окончания самого длинного пророчества в Библии? Да, существует пророчество о 2300 днях, после которых времени больше не будет. Это не значит, что наступил конец света, но пророческое время подошло к концу. Это пророчество заканчивается в 1844 году. Итак, после 1844 года больше не будет пророческого времени, только пророческие события. Итак, последним движением, которое выйдет из церкви и пустыни, будет те, кто соблюдает заповеди Божьи и держится свидетельства Иисуса. Библейское ли это представление Откровения 12 и 14? Они будут проповедовать весть трех ангелов и возвещать о всеобщем последнем громком кличе. Итак, после этого громкого клича не будет никакого другого движения, которое было бы достигнуто, которое достигло бы кульминации во втором пришествии Христа. Ты согласен с этим? Да. Это финальное движение с 1844 года. Больше ничего. Итак, если мы процитируем Деяния апостолов, страница 163, «Бог сделал свою церковь на земле источником света, чтобы через нее сообщить о своих намерениях и планах. Ни одному своему служителю не открывает он свою волю о всей церкви и никого не ведет независимым от нее путем. Даже Павлу было дано указание идти в определенное место, и церковь говорила ему, что делать». Иисус, явившись ему лично, отправил его обратно в церковь. Да. Но как же он дает одному человеку знание о своей воле для всей церкви, в то время как тело Христово остается во тьме? Поэтому, если он дает свет кому-то, скажем, пророку, этот свет должен быть распространен среди церкви, а пророки были для церкви. В своем провидении он помещает своих слуг в тесную связь со своей церковью, чтобы они меньше доверяли себе и больше доверяли другим, которые ведут его дело вперед. Итак, у Бога есть церковный метод. Вот цитата из свидетельств церкви. Брат Д. То, что брат Д. называет светом, очевидно, безвредным. Не похоже, что кто-то может пострадать от него, но, братья, это устройство сатаны. Он вводит клин. Это пыталось сделать снова и снова, за исключением какой-нибудь новой оригинальной идеи, которая, кажется, не противоречит истине. Он говорит о ней и зацикливается на ней до тех пор, пока она не покажется ему облеченной в красоту и важность. Но это сила, придающая ложный вид. В конце концов, она становится всепоглощающей темой, одной великой точкой, вокруг которой все сосредотачивается, а истина удаляется из сердца. Итак, Мартин, возможно ли, чтобы в церкви брат А, Б, или В, или Г, или Д начал зацикливаться на одном конкретном аспекте, который сам по себе не является неправильным, но отвлекает от вести, которая должна быть передана миру в то время, в которое мы живем? Конечно, и мы видим, что это происходит постоянно. Если вы посмотрите, например, Даниила 11 или Даниила 12, царь Северный и Южный, это не вопрос спасения, но когда вы погружаетесь в эту тему и позволяете ей поглощать все ваше время, это может стать проблематичным. Хорошо, итак, любое другое учение, каким бы оно ни было, это одна конкретная вещь, которая вас увлекает. Все, что отвлекает от миссии, которая в данный момент заключается в вести трех ангелов,
может прийти в церковь. Уйду ли я из этого из церкви? Нет. Вы пытаетесь, как Павел, исправить ситуацию. И если они не хотят слушать, что ж, в конце концов, Бог разработает другой план. Другими словами, Мартин, когда появляются люди, утверждающие, что имеют послание от Бога, но вместо того, чтобы воевать против князя и сил и властей тьмы мира сего, они образуют пустоту и обращают свое оружие войны против воинствующей церкви, таковых бойтесь. Значит ли это, что вы не можете исправлять ошибки внутри церкви? Нет, это совсем не то, что имеется в виду. Скажи дому Иакова об грехе его. Вы можете это делать? Вы не обращаете оружие против церкви, если указываете на отступников? Нет. Если вы стоите на улице, не церкви, и выступаете против церкви, тогда это отступничество. И церковь на самом деле может, в церкви может быть отступничество. Если вы удалились из церкви, это значит, что вы отделились от тела. Они не несут божественных полномочий. Бог не дал им такого бремени труда. Они будут разрушать то, что Бог восстановит через весь Лаодикии. Это очень интересно, Мартин. Итак, послание Лаодикии — перестать быть теплым. Итак, мы можем просто прояснить ситуацию, потому что у нас было много обвинений, что вы сказали, что мы должны оставаться в церкви, мы должны оставаться в лаодикийском состоянии. Упрек церкви должен быть «выйдите из лаодикийского состояния». Другими словами, Мартин, Господь не возлагает на человека послание, которое обескуражит и расстроит церковь. Он обличает. Он наказывает, но только для того, чтобы в конце концов восстановить и одобрить. Итак, Мартин, мы должны ждать, когда Бог произведет просеивание. Господь возлагает на нас послание, чтобы побудить людей кричать обо всех этих вещах. Но, как вы уже сказали, именно Он будет восстанавливать все это. Иначе я сужу обо всем раньше времени, верно? Мое сердце порадовало отчет с Генеральной конференции о том, что многие сердца смягчились и покорились. Многие сделали смиренные признания и очистили двери сердца от мусора, который не пускал Спасителя. Как я была рада узнать, что многие принимают Иисуса как постоянного гостя. Мартин, кто я такой, чтобы судить, произойдет ли это в некоторых людях или нет? Предоставьте это Богу. Как получилось, что эти брошюры, обличающие Церковь Адвентистов Седьмого дня, что она Вавилон, были разбросаны по всему миру в то самое время, когда эта церковь получила излитие Духа Божьего? Как люди могут быть настолько обмануты, что воображают, будто громкий клич заключается в том, чтобы призвать народ Божий выйти из общения с церковью, которая наслаждается свежим ветром? О, пусть эти обманутые души придут в течение, получат благословение и получат силу свыше. Это было очень болезненно для многих людей. Я не утверждаю, что эта церковь сейчас получает благословение. Я твердо говорю, что вы можете молиться до тех пор, пока ваши колени не будут в мозолях. Если вы не измените свой курс, то будете молиться напрасно. Если вы не отделитесь от лаодикийского состояния, если вы не купите золото, очищенное в огне, которое есть праведность Христа, проявляющееся в послушании всему, что Он заповедует, что включает в себя не только 10 заповедей, но и все остальные вопросы, включая реформу здоровья. Затем, когда вы очистите этот дом, вы станете на колени и будете молиться об излитии Святого Духа, которое было дано тем, который дается тем, кто повинуется Ему. Если вы не придерживаетесь или не делаете все этого, то Бог сделает все это, то, что нужно. Имеется в виду просеивание, да. Когда я говорю, что Господь не говорил ни с одним посланником, который называет Церковь Адвентистов Седьмого дня Вавилоном, правда, вместе с пшеницей есть и плевелы. Но Христос сказал, что пошлет своего ангела, который сначала соберет плевелы и свяжет их
чтобы сжечь, а пшеницу соберет в гумно. Я знаю, что Господь любит свою церковь. Она не должна быть дезорганизована или разбита на независимые атомы. В этом нет ни малейшей последовательности. Нет ни малейшего свидетельства того, что так будет. Те, кто прислушается к этому ложному посланию и попытается оставить в нем других, будут обмануты и подготовлены к принятию передовых заблуждений. В некоторых членах церкви есть гордость, самодостаточность, упрямое неверие и отказ от своих идей. Хотя можно нагромождать доказательства, которые делают послание к Лаодикийской церкви применимым, но это не уничтожит церковь, чтобы она перестала существовать. Пусть и плевелы, и пшеница растут вместе до жатвы. Затем ангелы совершат работу по разделению. Мартин, я не могу, потому что вижу, что отступничество продолжается. Потому что после этого ничего нет, даже Павел. Кто совершил отступничество после Иерусалимского собора? Руководство, да. Оставили Павел церковь из-за этого? Нет, он не оставил. Церковь — это свет миру, хотя в ней есть зло, и оно будет существовать до конца. Церковь в последние дни должна быть светом для мира, который загрязнен и деморализован грехом. Слабая и неполноценная церковь нуждается в обличении. Мартин, церковь — это единственный объект на земле, которому Христос проявляет высшее уважение. Вау, вау, Мартин, это потрясающее утверждение. Оно мощное и сильное, да. Мир — это мастерская, в которой благодаря сотрудничеству человеческих и божественных существ Иисус проводит опыты по своей благодати и божественному милосердию над человеческими сердцами. Ангелы поражены, видя, как приближается характер тех, кто отдает себя Богу, и они выражают свою радость в песнях восторженной хвалы Богу и Агнцу. Они видят, как те, кто по природе своей были детьми гнева, обращаются и становятся тружениками вместе со Христом в привлечении душ к Богу. Есть ли такие люди в нашей церкви? Есть ли у нас в церкви отступники? Да. Они видят, как те, кто был во тьме, становятся светом, сияющим среди нравственной ночи этого злого и порочного поколения. Они видят, как они готовятся к тому, чтобы, подобно Христу, страдать вместе со своим Господом, а затем стать причастниками Его славы на небесах. Так где же в основном происходит жонглирование? Снаружи или внутри? Внутри, внутри определенно. Полезный ли это опыт? Конечно. Но, возможно, мы можем дать совет. Если вместо того, чтобы втягиваться во все эти конфликты в церкви, вы сосредоточитесь на том, чтобы донести весть трех ангелов до людей, которые вне церкви, тогда это не будет отнимать у вас так много времени. Нет, у вас не будет на это время. А когда вы приведете людей в церковь, вы предупредите их. И вы их предупредите. И как только вы предупредили, все, что вам нужно, это повторять снова и снова. Не нужно играть в полицейских, чтобы убедиться, что все это делают. Если они не хотят этого делать, это их дело. А вы продолжаете работать, продолжаете выполнять поручения. Итак, третий ангел с Откровения 14 главы представлен как стремительно летящий по небу и взывающий его те, кто соблюдает заповеди Божьи и веру Иисуса. Здесь показан характер работы народа Божьего. У них есть весть столь великой важности, что они изображены летящими, представляя ее миру. Они держат в своих руках хлеб жизни для голодающего мира. Любовь Христа сдерживает их. Это последняя весть. Больше не будет продолжения. Больше не будет приглашения к милосердию после того, как это послание выполнит свою работу. Какое доверие! На всех лежит ответственность нести слова благодатного приглашения. Духи невесты говорят «приди», и пусть тот, кто жаждет, скажет «приди». И тот, кто жаждет, пусть берет воду жизни даром. Это очень важный момент.
Христос ничего не делает отдельно от своей церкви. Здесь говорится о духе и невесте. И да скажут они: «Приди». Но многие люди говорят: «Я не хочу невесту, мне нужен только дух». Невозможно иметь одного без другого. Поэтому Господь объявил, что история прошлого будет повторена, когда мы приступим к завершающей работе. Каждая истина, которую Он дал для этих последних дней, должна быть провозглашена миру. Каждый столб, который Он установил, должен быть укреплен, а не снесен. Мы не можем сейчас отойти от основания, которое установил Бог. Мы не можем вступить в какую-либо новую организацию, ибо это означает отпадение от истины. Я надеюсь, что дух пророчества ясен. Иногда он настолько очевиден, что люди не хотят его соблюдать и пытаются от него избавиться. Итак, если истина однажды установлена уже, то неважно, как вы будете разрушать фундамент, он уже установлен. Поэтому, когда сила Божья свидетельствует о том, что есть истина, эта истина должна стоять вечно, как истина. Теперь, когда появляется предположение, противоречащее свету, который дал Бог, или не допускается, это значит, что они не будут допускаться. Нет, к сожалению, так. Пока существует дьявол, они будут иметь место. Будут появляться люди с толкованиями Писания, которые будут для них истиной, но которые истиной не являются. Истину для этого времени Бог дал нам как основание для нашей веры. Он сам научил нас, что есть истина. Появится один, а за ним другой с новым светом, противоречащим свету, который Бог дал под действием Святого Духа. У нас есть руководители, которые говорят, что то, во что мы верим, это заблуждение 19 века. Вот почему я говорю, что они хотят избавиться от духа пророчества, потому что они не соответствуют тому, во что они хотят верить. Мне все равно, что они говорят. А тебе не все равно, что они говорят? Да, потому что истина остается истиной. Да, и некоторые из них сделали это публично, а некоторые, возможно, даже ответят за это публично. Но они не заставят меня сдвинуться с места, и я, вероятно, не заставлю их сдвинуться с места, но дело не в этом. Разве теперь я уйду из церкви из-за того, что эти люди были ее лидерами? Нет. Мне жалко их. Немного еще живы, кто прошел через опыт, полученный при утверждении этих истин. Бог постепенно щадит их жизни, чтобы они до конца своих дней повторяли тот опыт, через который прошли, как и апостолы, до конца своей жизни. И знаменосцы, павшие в смерти, должны говорить через переиздание своих трудов. Мне дано указание, что таким образом их голоса должны быть услышаны. Они должны нести свидетельство о том, что является истиной для этого времени. Позволь мне сделать еще одно замечание, Мартин. Поскольку эти знаменосцы участвовали в провозглашении этих истин, значит ли это, что они понимали всю истину? Нет. Почти все равно мы должны фильтровать то, что они говорили через Писание и свидетельство, конечно. Итак, все, что было сказано в прошлом, не обязательно является Евангелием, если оно не согласуется с Библией и духом пророчества. И в большинстве случаев на самом деле, но, вероятно, во всех случаях это было признано через дух пророчества. Верно. Или они изменили свое мнение. Поэтому, если вы читаете более раннее мнение, возможно, вам стоит сравнить его с более поздним. И это всегда очень важно. Всегда. Церковь состоит из святых. Иногда даже те, кто знал истину, впоследствии отступали от нее. Верно. И даже если они являются святыми в этой церкви, Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Все мы нуждаемся в божественной благодати. Всем нам нужно покупать золото, очищенное в огне. Никто не освобожден от этого. Так что давайте смиримся и признаем, что мы также нуждаемся в Божьей благодати, как и те, кто открыто отступничает. И давайте молиться друг за друга.
и давайте держаться вместе. И позвольте мне повторить, держитесь вместе и ждите, пока Бог не очистит корабль. И тогда, когда раздастся громкий клич, мы узнаем, кто был на стороне Господа. Но тем временем не сидите и ничего не делайте. Передавайте послание, идите, проповедуйте трехангельскую весть. Давай помолимся. Отец Небесный, эту тему приходится повторять снова и снова. Я понимаю, Господи, что эта война будет идти до последнего дня. Но, пожалуйста, Господи, просвети умы. И подобно Павлу, направь их к тем, кто является представителем Твоей истины для времени, в котором мы живем. Это моя молитва во имя Иисуса. Аминь. Аминь.